Всем приветики. Хотел бы показать, как пользоваться поиском на YouTube. Для того, чтобы найти прямые эфиры, трансляции, стримы. Вот. Я раньше пользовался таким вот образом. Писал, допустим, вот Warframe. Я хочу, допустим, найти Warframe. И здесь писал стрим. Просто сейчас никого из русских в эфире нет, он ничего не показывает. А так там один-две штуки было. Даже вот здесь есть онлайн. Но это неправильно. Надо написать просто то, что мы хотим найти. Допустим, Warframe. Затем нажать на фильтры. И выбрать прямую трансляцию. И все, вот они. Все трансляции в категории Warframe. И... Как бы сейчас в данный момент никто из русских ничего не стримит. Ну вот они все по Warframe. Кто-то в неправильной категории, вот это вот, например, не Warframe, но выбрана категория Warframe, поэтому... Вот там что-то написано something Warframe. Вот это, в общем, все, что есть. Или так, таким же образом можно... Если нам нужно вернуть, удаляем просто. Или, допустим, CSGO. Так, оно находит так просто что-то. А через фильтры и прямые трансляции. Вот оно находит только прямые трансляции и стримы по CSGO. Здесь вот одни лишь кейсеры. Ну, либо не кейсеры, но оно показывает все, что находится в прямом эфире в категории CSGO. Ну, или вообще в любой категории, которую вы вот здесь напишете. И все, что связано с CSGO. Вот таким образом. Я сам недавно узнал, я просто не знал, что есть такая кнопка фильтры. И не знал, как искать. Вот есть специальная категория прямой эфир. И здесь разные эфиры, там спорт, животные. А по играм вот она. И здесь непонятно, кто, в какой категории. Ну, в общем... Здесь вообще нечего делать. Сюда как-то заходил и... Понял, что сюда нет смысла заходить, здесь нету сортировки по категориям. Здесь просто вот есть плейлист, заходишь в него, и там просто большим списком тысяча разных людей в разных категориях. Вообще непонятное что-то. Я всегда вот пользовался просто поиском. Но я не знал, что есть такая штука. Я просто писал CSGO, допустим. Стрим. И здесь что-то да показывало. Хотя, ну вот, одну какую-то находит. Хотя, правильнее всего, я вот недавно сам случайно увидел, что оказывается здесь кнопка фильтра, нажимаешь, и все, и вот тебе, пожалуйста. И таким образом можно легко найти все эфиры в любой категории. Ну вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.